Но как бы ни совершенствовалась медицина, а болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить. В частности, чтобы избежать коронавируса, носить маски и перчатки, не забывать о дезинфекции рук и социальной дистанции. За сутки официальную статистику пополнили 43 новых случая заболевания COVID-19. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – 29, в Североморске – 4 и в Печенгском районе – 3. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это. Песков выступит с лекцией на форуме «Новое знание». Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакцины «Спутник Ви» в один день с президентом России. Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать, приводит слова Пескова информационное агентство РИА Новости.